Так, ребята, всем здорово. На самомойке, конечно, это все баловство, потому что машина стояла полтора месяца на улице, пока меня не было. И за это время погода делает свои чудеса с ЛКП. Поэтому, пожалуйста, надо обращаться к профессионалам своего дела. Винил Томск, автомойка ГОСТ по соседству. Ребята занялись конкретной отмывкой моего авто. Почки, битум и все остальное. А самое главное, что, вот диски, видите? На любой автомойку приезжаешь, выезжаешь с ней, и вот в этих всех местах остается грязь. Ни хера не промывают. А тут вон просто какая чистота. Даже иннеры он как вымытый. Поэтому обращаемся только к профессионалам за качественными услугами. Вот я уже насрал тут. Здорово! Как дела? Бля, мальчики, вы упали. Так, ну шо? Поздравляю вас с днем гонщика. Оказывается, сегодня праздник какой-то легальный-нелегальный. Мы проводим с моей любимой этот праздник. Как тебя обозвать-то, сучка? Что практически вся разобрана. Вот так взорвалась с помощью вот этих черных молодых людей. Людей. Поэтому, кому что надо в разбор, обращайтесь.